Бери. Все, сюда подержи. Сюда. Вот они бегают, кошки. Собирается в Потеряевку, голубей отпоздить. Тут голубей много у меня. Но это дикари такие, одноцветные. Все, вылазь. Значит так, здорово были. Главная коробка вот. Вам не хворать. Спасибо. Видишь, нет? Да. Я сообщил вам, что сказали, что завтра будет. А мне их надо с фонариком ночью брать, голуби-то. Ну, сейчас я позвонил когда вам, а вы что подумали? Я говорю, голуби на крыше сидят. Ничего, я говорю, я еду, готовьте. А только всего, да? Помолился, и вот смотри, они сразу залетели туда, они не залетали никак. И сейчас всех собрал. У меня шестеро были здесь. Я еду. И тут взял еще. Так, вот это вот посмотри. Вот это войдет. Ну, если будет... Впихаем. Ну, так, вот это поставь. Самое ценное. Хорошо. Кто-то, чтобы был рядом, не дать не опрокинуться, не задавить. Ну-ка. Давай. Это сидят здесь. Так, 10 штук. Так не войдет, да? Маленько. Пойдет. Так, теперь, чтобы стенки не зажать. Вот так. Ну, а теперь сама распределяй, что тяжелое самое. Это вот это вот ящик с луком. Так, что? Это, ну... Это помощь из Германии. Да я знаю, это она об эти, чтобы я дал там этим крещеным. Я сказал, я так дам. Нет, возьмите деньги. Она сказала дать мне, так куда их делать? А я куда? А вы потом куда-нибудь отдадите. Ну, ладно, давай. Это не мое. Ну, не мое тоже. Хотя и мое. Давай, вон тот ящик, бери. Вот этот. Эти легкие, посуда, ее сверху. А это он объемный. Ну давай. Вот так. Эти вот банки. Вот этот лук тяжелый самый. Вот. А это стеклянный. Все наше, Володина, только Надежда Васильевна, только мешок. А сумка ее? А уже отправили. Все отправили? Отправили. Все. Сергей отвез к Алевтине, а там приезжал ее зять, Женя. Ну, чтобы и банки не раскал. Она не в обиде будет, все ее отправили. Ну, она что было, то ее взял. А, хорошо. Другого не было. Хотя можем проверить, пойти сейчас. Так у вас места-то не будет там, все равно. Ну, найдем что. Ну, давай это все сложи сначала, потом посмотрим. Это все Володе отдашь. Это березовка была. Так, какая-то, Володя сказал, воронка. Воронка? Вот, какая воронка? Которая Володе нужна. Ну вот это вот, наверное, не воронка, а вот эту вот. А еще какая-то воронка. Бачок этот. Сейчас я. Скажи Володе, что сейчас едем, чтобы голубей запер. Чтоб все залетели сначала. Дашь мне, скажу ему. Сейчас. А зачем положила-то? Ну, ты рано потеряешь. Никак. Никогда ничего не ложи нигде. Кармана-то ни одного нету, обкраденное. Два кармана пришей, потом приедешь. Да глубокие сделай, с застежкой. Я девчонкам всегда пришивал тебе, сам. Володя. Я у Игнатия Тихоновича. Что тебе нужно взять, Андрей, говорю? Громче повторяй. Какую-то воронку он говорил. Кто, какую? Володя, а? Ты здесь? Я здесь. Ты меня слышишь? Я слышу, а что? Ты Андрею сказал, какую-то воронку тебе надо у Игнатия Тихоновича забрать. Воронку нет, я ему просто говорил про канистру. А, канистру, все, канистру мы забрали. Еще так, что-то нужно? Володя, отсылай 10 голубей, сразу их туда, этих там закрой сейчас, чтобы все залетели только. Все, понял.
Что? Не понял. Перед самым... Все. Ну все, залей, что надо. До меня не открывать. Они могут улететь. А-а-а. Было 8, было 6 у меня. Сейчас 4 еще поймал. Сидели на крыше, не мог ничего сделать. Звал, звал. Ушел. Молитву пол... прям минутное дело. Захожу, ни одного голубя, все сидят там, ждут меня. Вообще чудо какое. Все. Надежда Васильевна не рядом с тобой? Нет, а, мешок какой-то один. А. Ну ладно, складывай. А мы ей все вещи увезли. Мешок какой-то. Ей все вещи увезли, ты не знаешь? Да вроде все, да. Мешок, да, остался? Давай, складывай. Он не тяжелый. Тыквы дадите? А? Тыквы дадите? Тыкву, а где взять? А где взять? Семена тыквы. Да что ж молчал-то? Ну, конечно, дам. Так я сижу, щелкаю их, раз не взяли. Все, даст. Еще надо что-то? Да нет, все уже. Все, с Богом. Ну, давай. Семена тыквы. Давай. Сейчас пойдем, там все вместе выберем. Так. Ну, то все-таки дома у тебя будет. Вот в чем дело-то. Никуда не денется. Господи, помилуй. Ну все, закрывай. Так, пойди сейчас сам от заборину на калитку поставь, чтобы никто не зашел. Вон ту палку. Туда не толкай, в эту не надо. Сверху второй скобки. С поверху туда толкай. Ну-ка, сначала как положила, дальше. А теперь поверху толкай до другой. Во. Вот все. Ну, не каждый зайдет в это время. Так, идем. Закрой все, ни на что не надейся. Так, закрыла. Вон они сидели, где на крыше. Надежда говорит, какие-то ячейки для яиц. Для чего? Для яиц. Лежат ячейки. У вас в углях. Ну да, там полно. Сейчас и там зайдем, посмотришь тогда. Давай. Я... прямо замучился здесь, сколько времени. Их можно держать, допустим, ну там день-два. У меня вся неделя, и опять отложили. Я издергался. Вот оно. Забирай. Вон оно лежит. Вот это, что ли? Вон оно лежит. Вон, смотри, о-о-о. Для яичек. А это? Нет, вон оно, внизу. А это? О, вынеси туда, потом пойдем за тыквенными семечками. Поставь пока тут где-нибудь. Все. Пятница, 8 мая. Так, возьми-ка. Ну, держи крепко. Не надо, давай. Я возьму. Давай. Сейчас пойдем. Это то, что позвонили. Да, что ты, что ты. Вот, пойдем. Там уже все погрузили. Тихо. Мы с Мухтаром на границе. Ну-ка, рядом. Ну, слышь? Иди туда. Так. Тихо. Отводи. Я вот что делаю, смотри. Оп, упала. Тут у него вот это вот есть. Подожди-ка, где-то тут. А, вот оно. Замочек. Я когда иду, костюм-то можно и снять. Подожди-ка. Вот. Вот это вот я цепляю за пояс. Вот так у меня идет. Ну а дальше мы идем. Давай остатки погрузишь где надо. И потом снимешь, я буду уходить. Давай. Тут уже загрузили мы голубей, загрузили банки все. Володя давал семечки, а их там почему-то не взял он. А я сижу и щелкаю эти тыквенные. Ну-ка, ну-ка, перестань. Сейчас пойдем. Тихо. Куда? Он думает, что ему туда садиться надо. Видишь, какой шустрый. Это у нас сегодня вечером, под вечер уже. Сейчас, наверное, часа 4-5, да? 5, наверное.
Угу. Нет, прохладно дует. Надо надеть будет. Это вам. Давайте, кладите пока, а потом я... Вот он, между ног залез у меня хозяин. Тихо! Куда? Так, сейчас возьмите, пока я дверь и открою ворота с ним. Не отдадите так. Ой. Подожди, я разделся, но почувствовал ветер. А это ничего не стоит. Так простить. Правильно. Я спотел. А там, когда выйдем, я вам все равно дам аппарат, и вы скрываюсь я за поворотом. А потом я там привяжу и подойду к вам. Сейчас, как только выйдете, я вам сразу отдам. Давай. Хорош. Вот, тихо, тихо. Ну, так, он за тем деревом как-то будет заходить, я отключу. Я его там прибежу и подойду. Хотел спросить, по паспорту вас как величать? Алена? А? Алена! По паспорту величать как? Алена! И все, отчества нету? А, Александровна! Ну да, как величать, Алена? Не, ну, Гладыщук, Алена, Александровна, так-то. Сейчас я закрою. Обычно спрашивают по паспорту имя. А? Обычно имя спрашивают по паспорту. Нет, нет, я это знаю. Это колечко туда и подай ко мне. Вот все. Сейчас я закрою, потому что нету чем открывать. Ну и все на этом. Слава Христу, благодарю. Я пойду собаку беру и пошел. С Богом! Все, поехали, да?
Ну, сообщите, что все у вас хорошо будет. Хорошо. Войдет. Давай.